Как оказалось, 30-летний мужчина мало того, что не имел прав на управление автомобилем, так еще и находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейскими было установлено, что машина угнана с территории станции технического обслуживания и нуждается в ремонте. А работавший там сторож после употребления алкогольных напитков вместе со своим знакомым решили похитить автомобиль. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи – лишение свободы на срок до 6 лет. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.